В лагере афганских беженцев под Пешаваром праздник. А какой афганский праздник без национальной игры боскаши? Соревнуются две команды. Чья быстрее принесет тушу обезглавленного теленка в очерченный круг, та и победил. Удалью и силой меряются полевые командиры повстанцев-моджахедов. Они вернулись в лагерь после боев в Афганистане. Моджахеды не забывают дружно прокричать «Здравицы и Пакистану!». Без его поддержки священная война против неверных в Кабуле давно бы захлебнулась. Праздник погас, и люди возвратились в свои палатки и глинобитные хижины. В лагерях, в пограничных районах Пакистана, живут 3 миллиона афганских беженцев. Тяжка и трагична судьба этих людей. Одни бежали от войны и разрухи, другие поддались угрозам врагов афганской революции, третьи просто не разобрались в происходящих событиях и покинули землю своих предков. Эти дети никогда не видели своей родины, никогда не учились в школе. Они родились и росли в лагерях, а когда выросли, главари моджахедов послали их воевать против соотечественников. На границе Пакистана и Афганистана как осиные гнезда разбросаны военные базы. Зачастую это ничем не примечательные деревеньки. Здесь моджахеды проходят военную подготовку, здесь обучают их владению современным оружием. А потом переправляют через границу на подкрепление отрядам, штурмующих афганские города и деревни. По горным вершинам и живописным долинам на 2000 километров невидимой нитью протянулась граница между Пакистаном и Афганистаном. Еще в конце прошлого века хитроумные англичане краили эти земли, чтобы создать буфер между тогдашней Индией и Афганистаном. Колонизаторы проиграли 3 войны против афганского народа и были вынуждены уйти из Кабула, так и не покорив воинственных и гордых афганцев. А узкая полоска пакистанской территории вдоль границы осталась зоной свободных племен. Здесь живут афганские и пакистанские пуштуны. Это один народ с одинаковой культурой, обычаями, языком. Пакистанские власти не вмешиваются в жизнь пуштунских племен. И по сей день управляют ими вожди и местные феодалы. А они стремятся сохранить средневековые традиции. Thank you.
торговые караваны всегда свободно пересекали границу между Пакистаном и Афганистаном. Люди спокойно ездили друг к другу в гости. Но вот уже 10 лет идет братоубийственная война афганцев, в которой глубоко завяз и Пакистан. Мы были первыми советскими журналистами, которым пакистанские власти за эти 10 лет разрешили поехать в Пешавар, административный центр северо-западной пограничной провинции Пакистана. На первый взгляд, город как город. В базарные дни в кварталы торговцев и ремесленников стекаются тысячи пуштунов из окрестных деревень. Люди обмениваются последними новостями, идет бойкая торговля. Продают свои трофеи моджахеды, вернувшиеся после набега на родную афганскую землю. Но в обращенных границ и кварталах сразу ощущаешь прифронтовую атмосферу. Здесь находятся перевалочные базы оружия, которые широкой рекой течет из США для отрядов афганских повстанцев. Немало оружия оседает в лавках местных торговцев. Черный рынок оружия в Пакистане разросся до невиданных масштабов. Власти уже не могут контролировать этот бизнес. Он стал, по сути дела, легальным. Пистолет или пулемет можно купить так же свободно, как чашку чая или лепешки в духанчике. Какое оружие можно купить в лавке? Любое. Автомат Калашникова, американскую винтовку М-16, автомат УЗИ, оружие любой страны. Можете купить даже ракетные установки и ракеты в любом количестве. А кто покупает это оружие? На базаре много людей. Каждый, если захочет, может купить. А вы не боитесь, что оружие может попасть в руки террористов? Да нет. Меня это нисколько не волнует. Ислам в переводе с арабского означает покорность. Но не только покорность проповедует эта религия, которую в Пакистане исповедуют и стар, и млад. Настоятель мечети Бадшахи в Лахоре говорит об ответственности людей за содеянное, о наказании за зло и воздаянии за добро. О равенстве всех людей перед Богом, о необходимости жить в мире, жить по справедливости. В Пакистане ислам больше, чем религия. Это образ жизни, это идеология,
который лежит в основе культуры и общественного устройства. Идеология, которая движет нацией. Когда в 1977 году власти в Пакистане пришел военный режим Зиаул-Хака, диктатор сделал своей опорой армию и религию. Военную элиту обучали и пестовали, чтобы удержаться у власти. А ислам использовали для разжигания джихада, священной войны мусульман против неверных в Афганистане. Неверные – это советские солдаты и афганское правительство в Кабуле. Под знаменем джихада повстанцы жгли селения Декхан, убивали мирных жителей. И делалось все это во имя борьбы за веру, за чистоту ислама. Название «Пакистан» происходит от персидских слов «пак» – «чистый» и «стан» – «страна». То есть страна чистых, правоверных мусульман. От пустынных берегов Аравийского моря до снежных вершин Гималаев раскинулся Пакистан по берегам древнего Инда. Через всю страну сотни тысяч кочевников каждый год с наступлением холодов устремляются с афганских гор к теплому побережью Аравийского моря. Для них не существует ни границ, ни таможен. Пакистан вобрал в себя северо-западные мусульманские провинции старой колониальной Индии. И живут здесь горные племена Белуджи и Патанов, кочевники Синда и хлебопашцы Пенджаба. Колонна Минары Пакистан – это символ страны. На мраморе высечены слова резолюции о создании Пакистана, принятой в 1940 году партией «Мусульманская лига». Со всех концов страны приезжают к этой колонии люди не только в дни национальных праздников. Основатель государства Мухаммад Али Джинна мечтал построить жизнь в Исламской республике на принципах единства, веры и дисциплины. Джинна мечтал, что идеи национального мира и равенства людей, заложенные в исламе, утвердятся в Пакистане. Но ему не было суждено воплотить свои мечты в жизнь. Через год после создания в 1947 году Исламской Республики Пакистан Джинны не стало. Фан! Далё!
история распорядилась так, что из 42 лет существования Пакистана 24 года в стране правили военные. Генерал Зиа-ул-Хак установил жесткий режим. Кнут и штык были его аргументами против оппозиции. «Лучше хорошее правительство, чем демократическое правительство», – любил говорить диктатор. Зия сверхпопулярного в стране премьер-министра Зульфикара Али Бхутта и бросил его в тюрьму, обвинив в причастности к политическому убийству. Диктатор боялся даже тени любимого страной национального лидера. И Бхутта был казнен. Народ устал от террора и насилия. Декабря 1988 года в истории Пакистана произошло поворотное событие. Президент страны объявил о назначении Беназир Бхутта премьер-министром. Она приняла присягу в качестве нового вазир-э-азма Исламской Республики Пакистан. Такого еще не было во всем мусульманском мире, чтобы женщина возглавила правительство. Противники Беназир Бхутта увидели в ней угрозу исламским законам. Сторонники – ангела мщения, который восстановит растоптанную военным режимом демократию. Народ связал с ней надежды на лучшую жизнь. Беназир шла к этому дню долгой и тернистой дорогой. Полмиллионная толпа пришла встретить Беназир Бхутта в апреле 1986 года, когда она вернулась на родину после вынужденной эмиграции в Англию. Продолжая дело своего отца, Зульфикара Али Бхутта, Беназир включается в открытую политическую борьбу за возрождение страны и демократии. Она стала знаменем обездоленных людей, натерпевшихся горе за долгие годы военной диктатуры, стала лидером народной партии, основанной ее отцом. На митингах в дни предвыборной кампании осенью 1988 года Беназир приветствовала городская беднота, рабочие, торговые люди. Везде ее встречались симпатии и поддержка.
столетия, символ которой – стрела, устремленная в будущее, победила. Военный диктатор Зияульхак уже не мог повлиять на ход событий. Крестный отец афганских повстанцев, вдохновитель священной войны против народной власти в Афганистане, погиб в авиакатастрофе. К его надгробию легла мраморная плита со словами признания от моджахедов. Перед нами много испытаний политического, конституционного, экономического и социального характера. Я не думаю, чтобы в мире было много стран, находящихся в таком плену у разного рода аномалий, как Пакистан после 11 лет правления диктатуры. Сторонникам режима Зии предоставлена полная политическая свобода выражать свои взгляды и создавать ассоциации. Поэтому мы испытываем такую напряженность в политической жизни страны, ибо сторонники Зии не хотят, чтобы страна шла вперед по пути прогресса. Наша цель – это национальная перестройка. Это прогресс и процветание для бедных и всех других слоев населения Пакистана. И мы добьемся успеха, несмотря на то, что сторонники режима Зии стремятся создавать трудности на нашем пути. Это большие испытания, и чем они больше, тем больше будут наши усилия. После 11 лет военного режима Зии армейская верхушка уступила авансцену гражданскому правительству. Армия присягнула на верность премьер-министру, но генералы не уступили реальной власти, и Беназир оказалась под их опекой. Они внимательно следят за ходом событий и требуют продолжения прежней политики в отношении Афганистана. Поставки оружия и поддержка моджахедов продолжаются. Бхутта вынуждена считаться с позицией армии. В марте 1989 года страна отмечала свой национальный праздник в условиях демократии. На военном параде солдаты отдавали честь руководителям страны и армии. Беназир тоже хотела приветствовать своих солдат, но генералы, окружившие ее, убедили этого не делать. Ведь она всего лишь женщина. Из Афганистана уходили последние советские солдаты. А в это время в тихом старинном городе Равалпинди, что рядом со столицей Пакистана, на консультативный совет Шуру съехались главари вооруженной афганской оппозиции. Цель – создать свое переходное правительство и посадить его в Кабуле.
Режиссером этого театра марионеток был бывший шеф межведомственной разведки Пакистана генерал Хамид Гул. В зале по пальцам можно пересчитать полевых командиров афганского сопротивления. Политику на Шуре вершили лидеры так называемого Пешаварского альянса семи. Это семь политических группировок вооруженной афганской оппозиции. На них сделали свою ставку руководители пакистанской армии и разведки. В Равалпинде шел отчаянный торг руководителей моджахедов за портфели в переходном правительстве. В конце концов, в него вошли люди, которые вполне устраивали и генерала Гула, и его покровителей в США. Начался второй акт политического спектакля – кампания за признание переходного правительства моджахедов. Islamic Democratic Alliance supports the immediate recognition of the interim. Исламский демократический альянс за немедленное признание Пакистаном переходного правительства. Потому что, во-первых, афганский народ все годы войны поддерживал моджахедов. И народ имеет право избрать свое правительство. Во-вторых, власть в Кабуле не имеет права на существование, так как она утвердилась в результате вооруженной интервенции. И в-третьих, повстанцы контролируют большую часть территории Афганистана. Так что Пакистан должен признать переходное правительство. Главной задачей нашей внешней политики – жить в мире с нашими соседями, а также не вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы полагаем, что на основе этих принципов могут строиться наилучшие отношения с другими странами. Именно поэтому мы решили ослабить напряженность в своих отношениях и с Востоком, и с Западом. И теперь, когда советские войска выведены из Афганистана, мы стремимся к улучшению отношений между нашими странами. Мы в Пакистане также стремимся как можно точнее соблюдать Женевские соглашения. Мы уже заявляли, что пакистанское правительство не хочет насадить в Афганистане какой-либо режим. Это право афганского народа. В искренность Беназир Бхутта охотно веришь. Но пакистанские генералы думают иначе. В начале марта 1989 года они разработали операцию штурма города Джалалабада отрядами моджахедов. Именно этот город предполагалось превратить в столицу переходного правительства. Расчет был прост. Весь мир слушает, как бьется в Джалалабаде сердце настоящего Афганистана. Исламские государства, а затем и страны Запада признают правительство повстанцев. С режимом Наджибулы покончено. Наступление на Джалалабад захлебнулось, превратилось в затяжную кровопролитную осаду.
Ислам зиндабад! Раньше у муджахедов был общий враг – советские войска. Это их сплачивало. Когда этого врага не стало, разгорелась междоусобная война. Операция, задуманная пакистанскими генералами, провалилась. А ее автор, шеф межведомственной разведки, генерал Хамид Гул, был уволен премьер-министром Бхутто. Никогда со времен Вьетнама и Никарагуа ЦРУ не проводило таких крупных операций, как эти, с территории Пакистана, направленные против Афганистана. Тут Пакистан был просто необходим. Если бы он не предоставил свою территорию, помощь своих спецслужб, было бы невозможно доставлять помощь Запада в Афганистан. Конечно, у Пакистана были свои причины на это. Он хотел получить военную помощь от США и укрепить свою армию. Фактом является то, что пакистанская межведомственная разведка вместе с ЦРУ США руководила войной. Но окончательное решение, кто получит помощь, когда и сколько, всегда оставалось за Пакистаном. И все же ключ от решения афганской проблемы лежит не в кармане пакистанских генералов, а у американцев. Афганскую политику Исламабаду диктует Вашингтон. Откажутся США от военного решения проблем Афганистана, прекратят поставки оружия моджахедам, откроется путь к миру. Нет, война будет продолжаться. Так было во все времена. Одни наживались на войне, другие терпели лишения. Наживались на поставках оружия военные и фабриканты оружия, дельцы черного рынка. Бедствовал трудовой люд. Бенадир Бхутто как-то спросили, можно ли сократить непомерный военный бюджет страны? Можно, ответила премьер-министр, если вы хотите переворот. Расходы на армию съедают почти половину государственной казны, и правительству не хватает средств для выполнения обещанной народу экономической программы. Как и прежде, каждый второй пакистанский крестьянин не имеет своей земли и вынужден арендовать клочок у помещика, отдавая половину урожая. Только один из трех пакистанцев умеет читать и писать. Новое демократическое правительство радо бы помочь бедным, но у него нет средств. Это не просто сигарета, которой иногда балуются дети. В Пакистане миллион наркоманов. Через Карачи, морские ворота страны, в Западную Европу и США уплывают тонны опиума на многие миллиарды долларов. Но немало остается, чтобы дурманить и собственный народ. Хозяева контрабандного груза, главари афганских повстанцев. В пограничных районах им принадлежат огромные плантации опийного мака. Моджахеды выращивают его и обрабатывают. А их коллеги из пакистанской мафии переправляют товар за рубеж. За годы афганской войны наркобизнес в Пакистане пустил глубокий корни. Страна стала основным поставщиком опиума в Западную Европу из Азии.
А когда правительство Беназир Бхутто задумало уничтожить посевы опиума с помощью авиации, владельцы плантаций пригрозили сбивать самолеты американскими ракетами «Стингера». Клиники в Карачи, Хайдарабаде и других городах переполнены жертвами белой смерти. Опиум и марихуану в Пакистане покуривали и раньше. Теперь наркомания, как эпидемия, захватила весь Пакистан. На контрабанде наркотиков и продаже оружия главари моджахедов сколотили немалое состояние. В торговом Карачи многие лавки и магазины принадлежат афганцам. Владеют афганцы и транспортными конторами. А кто побогаче, вкладывает деньги в строительство домов и заводов. Но основная масса афганских переселенцев бедствует. В одном только Карачи их более 50 тысяч. Пламя войны в соседнем Афганистане отбрасывает зловещую тень на политическую жизнь в стране. Сторонники продолжения джихада объединились под знаменами Исламского демократического альянса, главного политического противника Беназир Бхутто. В альянс вошли влиятельные деятели периода военного режима. Те, кто недоволен возрождением демократических порядков, националисты из мусульманской лиги. Портреты Наваз Шарифа, лидера альянса, рядом с портретами бывшего диктатора Зия-ул-Хак. Шариф входил у генерала Зии в доверенных лиц. И после гибели диктатора претендовал на пост главы государства. Когда альянс потерпел поражение на выборах, Шариф встал на путь конфронтации. Оппозиционные партии толкают правительство Пакистана на поддержку моджахедов. Под лозунгами «Да здравствует ислам», «Да здравствует свободный Пакистан» они разжигают среди народа религиозный фанатизм и национальную вражду и призывают к продолжению священной войны против неверных в Кабуле. Нарай Татвин! Нарай Татвин!
соучастие Пакистана в афганской войне усилило социальную напряженность. Поддержка Исламабадом афганских повстанцев и продолжение войны бьет рикошетом по самому Пакистану. 3 миллиона беженцев сломали традиционную экономическую структуру. Стало больше свободных рабочих рук, обострились социальные проблемы. Весной 1989 года в Карачи и Хайдарабаде прокатилась волна убийств и погромов. Столкнулись в уличных боях местные жители Патаны и выходцы из Индии махаджиры. Межобщинная рознь. Такое бывало и раньше. Но сейчас столкновения превратились в настоящую войну. Реки Кабул, пересекая границу, привольно текут по Пешаварской долине. Здесь они сливаются с древним Индом. Вместе две реки продолжают свой путь к морю. Так же тесно переплелась жизнь и судьба народов двух соседних стран. У них общая граница, сходная история и культура, одна религия. И афганцев, и пакистанцев, чтобы пламя гражданской войны погасло как можно скорее. Только тогда, когда мир придет на афганскую землю, свободнее вздохнут братья по религии и в соседнем Пакистане. Только тогда придет спокойствие и возможность демократического развития. А именно это обещала Беназир Бхутто своему народу. Каждый день в мечеть Фисала в Исламабаде приходят и пакистанцы, и афганцы. Они вместе совершают молитву. И хочется, чтобы слова Корана «Все люди-братья» стали реальностью жизни.